Вы не против, если я посажу самолет? Нет, нет, я летал на B-29 к Сан-Антонио в 44-м. Шутите? Правда? Ладно. Карл, что ты делаешь? А он умеет летать. Карл. Мой инструктор когда-то говорил мне. О, да. Уже у нас сейчас самое время пристегнуться. Сделай себе одолжение, не поднимайся в воздух. Правда, так и сказал. Все, понеслась. Стоп, они что, падают? Кто пилот? Я полагаю, Питер. Мы знаем, кто пилот. О, нет. Контроль. Держитесь. Это как с великом, разучиться невозможно. Вот что значит эффектное появление. Бог ты мой.